Наш визит в Казанский федеральный университет, он привел к тому, что возникла взаимная заинтересованность в научных исследованиях и подготовке научных кадров для Дубны и для Казанского университета. У нас появились общие интересы. И сегодня у нас была встреча с ректором университета. Официальной обстановке была вся наша дирекция во главе с директором-академиком Матвеевым. И со стороны университета были проректора. И мы договорились до того, что будет подписан в Дубне через некоторое время, через месяц, рамочный договор о сотрудничестве между Дубной и Казанским университетом. И не только в области фундаментальных исследований, но и в области прикладных исследований, что очень интересует вот федеральный университет. В частности, это медицина, использование ядерных технологий для медицины, это экология, это нефть, нефтяная, так сказать, промышленность. Вот такая наметилась коллаборация, сотрудничество, которое мы будем обсуждать конкретно, уже более конкретно в Дубне. И будет подписан, я думаю, через месяц-полтора рамочный договор о сотрудничестве между двумя этими центрами.